вчера нам привезли беременную собаку. Девочка очень ласковая. Привет, малыш. Явно бывший домашний, очень контактная девочка. Ты потеряла малыша одного. Вчера она была беременная, я все переживала. Сегодня должна была быть стерилка. Но с утра собака родила. Вот такой сюрприз в кавычках. У нас итого получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь еще и многоплодная у нас, да? Ой, ребята. Ох-ох-ох, ребята, я в шоке. Мать явно молодая. А щенков у нас... Ну-ка, покажи мне, сколько у тебя щенков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ребят, 8 щенков. Вот спасибо нам. Подарок сделали, да? Подарок нам сделали. Вот мамочка, видите, как обняла всех 8. Ты ж моя зайка. Друзья, у нас очень много щенков. У нас 4 кормящие мамы. У нас совсем нет корма для щенков. У нас закончился корм. Щенки у нас 2 помета, я сейчас покажу. Они уже кушают сами. Им нужен прям щенячий корм мелкий. У нас совсем нет корма. Друзья, у нас есть вот такие ребята. Маленькие ребята. Мамочки. Ребята, маленькие с мамочкой. Нам очень нужен корм для них. Корм для маленьких щенков. Корм для малышей. Очень нужен нам корм для малышей. Пожалуйста, помогите нам его купить. Смотрите, какие красавцы. Смотрите, какие красавцы. Кто такие красавцы? Кто этот Мишка такой? Кто этот Мишка? Кто? У кого кончик? Хвостик такой беленький, кончик, а? Кисточка. Нам очень нужен корм. Дети маленькие, только начали кушать сами. А это наши голуби. Это наши голуби, да? Кто тут голуби у нас, а? Игрушки нужны детям. Сейчас игрушки найду, палочку не играю. Ну, щенков разместить некуда, поэтому вот малыши у нас живут в голубятне, скажем, мы тоже хотим вольер свой, да? Нам тут тесно, нам тут очень тесно, мы такие симпатичные ребята. Ну, смотрите, какие нежные. Какая нежная девочка. Какая нежная девочка, да, такая нежная девочка. Скажи, я вот такая красивая девица, да? Маленькие. Нам тоже нужен корм, ребят. Им нужен маленький корм. Помогите, скажи нам. Помогите нам, люди. Мы подобрыши. Мы все подобрыши. Мы все выброшенные. Выброшенные дети. Бывшие домашние. Да, малыши? Ребятки тоже хорошие. Ребятки тоже ласковые. Ну, девочка прям... Девочка прям вообще суперская. Найдем еду, а? Обратите внимание на девочку, люди. У кого еще нет радости в жизни? Еще щенки. Все щенки с улицы спасенные. Все. Ребят, нам очень нужен корм. Помогите нам. Нам нужен корм. Ну. Сколько вас? Какие вы веселые все, да? Кто там выглядывает? Кто?
Ребят, миски пустые, пожалуйста, помогите нам кормом. Очень вас просим, корм. Мы их спасли с улицы, дальше мы должны их кормить. Все, мы теперь им должны. Без вашей помощи мы не справимся. Ребята, ребята, это подростки у нас, смотрите, это подростки. Вчерашние щенки, буквально вчерашние щенки. Вот смотрите, этот вольер маленький для них. Их ждет стерилизация в ближайшем будущем. Прям в самом ближайшем, потому что скоро они начнут у нас уже гулять. И, соответственно, нам нужен еще вольер, чтобы их рассадить. Друзья, пожалуйста, стройматериалы. Очень нужны стройматериалы. Очень нужен корм, ребят, миски пустые, жирносмесь. Пожалуйста, ребят, помогите нам. Мы теперь за них в ответе. Дальше, друзья, смотрите. Вот эти все балконы, эти щенки. Это все щенки, когда спасенные. Нам очень нужны стройматериалы. Щенков надо будет рассаживать. Нам очень нужны стройматериалы, профиль, сетка, шурупы, саморезы, доска, и корм, и корм. Смотрите, сколько много у нас. И это еще не все. Это не все щенки, которые у нас есть. Огромное количество щенков. Все щенки, которые мы теряем. Узнаете щенков? Это щенки, которые мы по вашему звонку забрали от гаражей. Три домашних щенка. Вот обратите внимание, они у нас сидят в клетке до сих пор, потому что у нас нет вольера, у нас нет места, чтобы их пересадить в нормальные условия. Ребят, мы забираем по вашей просьбе, по вашим звонкам. Мы собираем коробки эти от мусорок, от гаражей, от наших ворот, которые подкидывают нам. Мы забираем по вашим звонкам из лесов, полей, СНТ и так далее. Мы собираем их, мы помогаем, вы говорите нам спасибо. А дальше что? Нам дальше надо как-то их куда-то сажать, нам надо их чем-то кормить. Ребят, нам очень нужны стройматериалы, мы не можем построить вольер. Нам очень нужен корм, нам нужна зерносмесь, потому что щенки перерастают и взрослых собак у нас, как вы знаете, 3000 животных у нас, понимаете? Нам нужно их кормить, пожалуйста, друзья, мы вас очень просим. Зерносмесь и корм, и стройматериалы. Спасибо. Вот такие зайцы, друзья. Помните? По вашему сообщению, магазин «Рыба». Вот эти все щенки были там. А вот эти коричневые с остановки. Их в коробке, они сидели на остановке. Ребят, мы спасли их по вашей просьбе. Помогайте нам дальше их спасать. Помогайте их кормить. Им скоро понадобится тоже несколько вольеров. Ребят, нужно рассаживать. Таких малышей без корма вообще нельзя держать. У них постоянно должен быть корм. Они очень маленькие. Мы очень надеемся на вашу помощь. Без вас мы просто не справимся. Мы не справляемся. У нас огромные долги. Друзья, нам очень нужен такой корм, потому что щенков много, корма мало. Очень нам нужен вот такой вот для щенков корм. Пожалуйста. Очень просим. Сып-сып еще, они маленькие, много тут. Все. Пожалуйста, помогите нам кормом. Дети растут, аппетит у них прекрасный.